Ну да. Но для меня вот важно как раз таки, знаешь, сохранять вот именно вот как бы внутреннее. Не потерять себя, знаешь, в этой погоне, типа, зачем, за славой, за деньгами. Просто, типа, что-то внутреннее, светлое, человеческое. Типа, оставаться таким, всегда хочу умереть таким человеком. Типа, чтобы не поменяла меня вся эта, знаешь, грязь вот эта. Жизненная, мирская, вот эта земная, вот эта погоня там зачем-то. Вообще не хочу, чтобы меня это как-то... Ну, это же портит, это же... Я думаю, это понимается, как бы, что... Порой какие-то земные, да, установки, правила вынуждены. Ну, типа, ты как будто из-за них вынужден, знаешь, там вот как-то вести себя некрасиво как-то. Как будто жизнь сама земная, она тебя вынуждает порой как-то повести себя как-то, ну, ломая тебя. Вот, это, конечно, от тебя, как от личности зависит. Я понимал, надо, короче, как бы двигаться, ничего.